Здравствуйте, с вами Магрупер, и я, как обещал, провожу тест-драйв этого контроллера. Снимаю я, а тестирует непосредственно мой друг, профессиональный водитель. Я автогонщик, имена не будем называть, дабы не делать рекламу. Сейчас на ваших глазах идет загрузка игры Need for Speed Run и тестирование. Ну что ж, начали. В руле отдачи нет. Насколько я понимаю, руль запаздывает на 0,2-0,3 секунды. Даже больше. Даже больше. Ни вибрации, ни обратной отдачи нет. Реверса нет. Как ты считаешь, на джойстике удобнее играть? На джойстике было бы самый лучший вариант играть. Угу. На джойстике самый лучший вариант. Вообще никакого управления. Тестировали на персональном компьютере тоже Need for Speed, и ты управлял рулем тогда, Момовский руль. Там лучше была отдача. Разница сумасшедшая, да? Вибрация, руль в обратку возвращается. Почти реальные ощущения. Здесь же просто ты как джойстиком, грубо говоря, машешь. Тяжело, руки на весу висят, не чувствуешь ни упора. То есть, если даже тяжело в гонке играть, то в авиасимуляторе еще сложнее, я думаю. Ну, скорее всего, да. Но, опять же, надо все пробовать. Крутится, машина не поворачивается. Руль в одну сторону, машина в другую сторону. Понятно. Всем спасибо за внимание. С вами был Магрупер. До новых встреч.